Санкт-Петербург, к Санаверу, видео по лифу, короткое, максимально короткое. Значит, видео относится только к автомобилям европейским и американским. Значит, все мы знаем, что в момент запуска зажигания на магнитолах появляется ненавистная кнопка ОК. Значит, раньше это выглядело следующим образом. Мы ставили прошивку, клиентам приходилось нажимать кнопочку ОК пальчиком в момент запуска вот этих приложений. Сейчас, как вы видите, загрузка произошла без кнопки ОК. То есть мы это меню вырезали вообще. Данная опция будет очень полезна и интересна европейским машинам, поскольку у всех клиентов уже палец сломали давить кнопку ОК в момент автонажатия. Да, и клиентам для американского рынка. То есть мы сделали как в японцах. Меню нет вообще. Значит, ставьте наши прошивки. Я думаю, что вы будете довольны. Теперь все как в японцах. Спасибо за внимание.